Сегодня с утра на двух комбайнах порвало два ремня. Тридцатка порвала 6 братьев, а шестидесятка порвала ремень барабана. Шестидесятка идет на разгрузку. Я сказал, 60-ка идет на разгрузку. Куда, да? Все. Андрюха, перцу дай. Дай здоровый. Сама серьезность. Этот едет сзади. О, поздоровался. На разгрузку. Все, короче, всем пока. Иду я скажу Игорю, чтобы ехал на разгрузку, потому что у него бункер полный. Сетка вентилятора забита. Ребятки, уборка ведется, уборка пшеницы. Средняя продуктивность этой пшеницы 8,5 тонн с гектара, 8-9 тонн. Здесь у нас участок, где много поляшки. Ремень, кстати, вот сзади видно, на вот здесь вот, на площадке измельчителя. Порванный ремень. Кстати, ремень был новый. Не знаю, почему его порвало. На этом комбайне есть возможность, что сорвет цапфы. Потому что выперло втулки бронзовые, которые на шкварнях идут. Ребятки, тормозят немножко, я им говорил, будет непогода, давай сделаем, но, увы, им что-то не до этого. Вот, кстати, ремни видно сзади. Все, затянул землю. Вот.
так вот приходится чистить. Один помощник на 3 комбайна. На 2 комбайна. Попробуй. Вот так вот. С уборкой пшеницы мы немножко запаздываем. У нас сегодня какое число? 23 июля. 23 июля. Хотя что уборку должны были закончить раньше. Кстати, у нас вчера застряла фура, закопала себя на задний мост полностью. И пришлось комбайном его вытягивать. Как бы все хорошо не шло, сзади порвали крепление для тележки, и когда будем отсюда с этой бригады будем уезжать в другую бригаду, отсюда 60 км, что ли, там еще есть у нас 200 гектаров пшеницы и 200 гектаров гороха. Придется переделывать. Или зацепим за машину и перетянем тележку на машине. Будет видно. Видно, комбайн груженный, бросается со стороны в сторону. Как-то так. Все. Иду немножко, я сяду за руль. Покатаю. Покручу. Кстати, вот какая у нас здесь зелень выше пшеницы.